Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень важный разговор, разговор о паразитах. То есть сегодня мы разберем очень важный вопрос для нашего здоровья, как сохранить его в этом мире, где организму постоянно угрожает паразитарное заражение. Так вот, заражение чужеродными организмами, живущими за счет другого организма, хозяина, своего рода тест. Здоровый организм устойчив к заражениям, заражаются ослабленные, где для них складываются наиболее благоприятные условия. Сегодня разговор об этом. Явление, при котором один организм существует за счет другого, это один из древнейших приспособительных механизмов живого организма в природе. Выделяют экто- и эндопаразита. Эктопаразиты живут исключительно за счет хозяина. Это кровососущие, например. И тем самым вредят ему. Обычно часть их сложного цикла проходит в организме человека, нанося ему тем самым вред. Эндопаразиты живут и размножаются исключительно в организме человека. Это глисты, чесоточный клещ и им подобное. На сегодняшний день известно около 280 видов глистов, живущих у человека. У взрослых людей заражение глистами, инвазия и развитие болезни часто происходит бессимптомно. У детей, как у более чувствительных организмов, возникают симптомы. Это боли в пищеварительном тракте, отсутствие аппетита, кожная сыпь и кашель. У человека в организме есть симбионты, дружественные ему организмы. Это лакто- и бифидобактерии, принимающие активное участие в утилизации и детоксикации непереваренных остатков пищи в толстом кишечнике и готовящие тем самым организм к дефекации, удалению непереваренных остатков. Они живут всюду. В организм, не только в кишечнике, но и на коже, на слизистых оболочках, обеспечивая защиту организма, участвуя в переваривании пищи и синтезировании некоторых необходимых человеку витаминов. Всего к нормальной микрофлоре человека относится около 500 видов бактерий. В ходе последних исследований американские ученые обнаружили еще одну очень важную деталь этих бактерий-симбионтов. Участие в уничтожении болезнетворных вирусов. То есть получается, что если раньше не было сведений о том, что бактерии могут противостоять вирусному заражению, то сейчас мы можем сказать, что лакто- и бифидобактерии спасают человека и от вирусной болезни тоже. Однако во время стресса, вирусной или другой инфекции, инфекционной атаки, болезни или возрастных изменений, дружественная микрофлора начинает, может стать враждебной. Вещества, шлаки и токсины, накапливающиеся в организме с возрастом, могут сыграть с ним злую шутку, обратить дружественную микрофлору в болезнетворную. Так в желудке организма, так в желудке человека живет бактерия Helicobacter pylori. Это поистине притча во языцах. В детстве она активно способствует расщеплению в желудке питательных веществ, регулируя его кислотность. С 12-14 лет эти бактерии получают возможность питаться токсинами, так как уже с этого возраста в организме человека эти токсины начинают накапливаться. И тогда эти бактерии мутируют и приобретают вредные для человека свойства. Хеликобактер увеличивает риск развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно язвы и опухоли. Получается, что у детей хеликобактер работает на организм человека, а у более взрослых людей хеликобактер превращается из друга во врага. Мне хотелось бы еще обратить ваше внимание на то, что инвазионные болезни, то есть глистные болезни, чаще всего вызываются червями, гельминтами. Хотя организмы могут совершенно разные быть. Это и одноклеточные возбудители и так далее. Но гельминты чаще всего встречаются в организме человека. Основной вред, который они наносят организму, это разрушение его отдельных частей систем органов. При длительном присутствии их в организме происходит ослабление общей иммунной защиты, что чревато массовым заселением организма другими организмами. И они могут быть локализованы в разных его частях, в кишечнике, в крови, в легких, в миокарде, в печени, в мышцах, суставах, головном мозге, глазах и так далее. Заражение глистами весьма опасно для человека. Они механически разрушают его, отравляют продуктами жизнедеятельности, вызывают аллергические реакции, усугубляют течение многих хронических заболеваний. От инвазии страдает весь организм. Еще раз обращаю ваше внимание на то,
что они протекают практически бессимптомно, и возбудитель способен на протяжении длительного времени находиться в организме человека, если лечение отсутствует, и многократно вызывать новое заражение. В частности, аскоридоз. Аскоридоз, он имеет основной симптом, допустим, кашель. И если человек начинает лечить простуду какую-то, не обращая внимания на то, что это заражение аскоридами, то аскориды через бронхолегочную стимул многократно перезаражают организм. То есть они находятся в таком непрерывном цикле. Вот этот цикл нужно распознать и прекратить его. Инвазии могут вызывать кровососущие насекомые, блохи, вши, кожные грибки, которые в основном развиваются на волосистой части головы, простейшие организмы, это лямблии, плазмодии, малярийные, возбудители менингита, вирусы и бактерии, вызывающие нарушения бронхолегочной, гепатобилиарной, пищеварительной системы и систем органов размножения. Если сказать о гельминтах, то чаще всего они живут в организме. Их насчитывает более 250 основных видов. По способу заражения они разделяются на контактные в результате взаимодействия с зараженными людьми и животными. Биогельминты – это когда заражение происходит при употреблении пищи с яйцами глистов. Чаще всего это плохо приготовленное мясо животных. И геогельминты – заражение здесь происходит через грязные руки и чаще всего это аскорида после работы с почвой. Существует 4 группы инвазий, вызываемые одноклеточными, лямблиями, лишманиями, амебами, круглыми червями, нематодами, аскоридами, острицами, ленточными червями, бычьим свиным цепнями, эхинококком и другими, сосальщиками, печеночным, легочным, лесничатым, ланцетовидным. Я вам их называю для того, чтобы просто вы знали о том, что очень большое разнообразие существует. И вот основные группы, которые развиваются в организме человека. Если говорить о способах заражения, то это прежде всего употребление сырой воды из природных водоемов и купание в воде, зараженной яйцами глистов. Особенно это касается тех водоемов, куда ходят на водопой сельскохозяйственные животные. Поэтому прежде чем искупаться в таком водоеме, в пруду, допустим, сельском, нужно 300 раз подумать, стоит ли это делать. Потому что можно таким образом там вот это глистное заражение получить. Также факторами, еще вот такие факторы являются, как, допустим, личная гигиена, вернее отсутствие личной гигиены. То есть это несоблюдение ее, мытья рук там, до еды и так далее и тому подобное. Это может быть и плохие условия проживания, когда у человека нет возможности принять душ, там, вымыться, пыль, грязь в доме и на улице. Если говорить о присутствии глистов в организме, то это присутствие может маскироваться под другие недуги. И как следствие, человек на протяжении длительного времени лечит симптомы, не понимая, что это проявление глистного заражения. Поэтому при появлении необычных симптомов всегда стоит обратиться к врачу, хотя бы для того, чтобы убедиться, что заражения гельминтами нет. Один из основных симптомов заражения аскоридами является кашель, а также увеличение печени, сильное вздутие живота. Он становится упругим, как барабан. Вот обращая, допустим, на такие симптомы, можно прийти к, скажем так, какому-то выводу, есть ли заражение у человека или нет. Одним из выраженных симптомов, одним из самых выраженных симптомов развития гельминтоза, присутствия глистов в организме, является зуд в области анального прохода, который усиливается в ночное время, если гельминты активно откладывают яйца, отравляющие организм. Также это могут быть высыпания на коже, ее гиперемия, кожный зуд. И мало того, что вещества, выделяемые гельминтами в кровь, накапливаясь, вызывают нарушения, которые по своим внешним признакам схожи с проявлениями экземы и крапивницы. И таким образом человек долгое время, имея вот такую проблему, может не обращаться к нужным специалистам. Он будет лечить там экзему, он будет лечить какие-то, допустим, нейродермитные явления. В то же время основная причина – это гельминтоз.
Ну и надо сказать о бруксизме. Бруксизм или ночное скрежетание зубами во сне является реакцией нервной системы человека на заражение гельминтами. Чаще всего человек обращает внимание на интенсивное стачивание зубов в результате этого, боль, неприятные ощущения в нижней челюсти, следы жевания и шероховатости на внутренней поверхности щек. Связь ночного скрежета зубов и заражения гельминтами не получила официального медицинского подтверждения. Некоторые специалисты вообще относятся к нервным расстройствам. Считают, что худоба является одним из признаков заражения. Глисты не только отравляют организм, но и лишают его необходимых витаминов, минералов и питательных веществ. В результате человек испытывает постоянное чувство голода, даже если только что плотно поел и стремительно худеет. Многие глисты питаются кровью и тканями стенки кишки, которые присасываются. В этом причина железодефицитной анемии при глистной инвазии. Глисты не только отравляют организм, но и разрушают кишечник, что приводит к аутоиммунным состояниям, наиболее часто из которых аллергия. Любая аллергия в основе своей имеет заражение организма глистами. Если есть аллергия, значит нужно обследоваться на гельминты. Вот это очень важный момент, и на это нужно обратить всем внимание. Глисты мигрируют в легкие, и тогда возникает явление ложной пневмонии со всеми характерными симптомами. Если не удалить причину недомогания, то гельминтов, то со временем можно получить настоящую пневмонию, бронхиальную астму и даже эмфизему легких. Часто густо обложенный летом язык и неприятный запах изо рта могут говорить о том, что у человека есть глистная инвазия. Нельзя игнорировать эти симптомы, нужно обязательно обследоваться. Существует множество документальных фактов и подробно описанных случаев устойчивости человеческого организма к гельминтам. Ребенок до 12 лет обязательно переносит гельминтоз хотя бы раз в жизни для получения особого противогельминтного иммунитета. Взрослые, если они здоровы, не должны заражаться, поэтому гельминтозы взрослых говорят о снижении иммунной защиты. И, в частности, об ацидозе крови. Об этом я скажу чуть позже. Устойчивость к глистным инвазиям взрослых старше 12-15 лет определяется не столько сильно иммунной, сколько здоровой гепатобилиарной системой. Некоторые исследователи утверждают, что правильное распределение пищеварительных жидкостей в организме, кислый желудочный сок только в желудке, щелочной кишечный сок в тонком кишечнике, препятствует развитию в нем гельминта. Среди гельминтозов, наиболее распространенных в России, отмечают энтеробиоз, аскоридоз и эпистархоз. Энтеробиоз представляет собой заболевание, распространяемое острицами. Наиболее часто встречается у детей и передается при тесном личном контакте с зараженным. Возбудителями аскоридоза являются аскориды. Яйца аскорид развиваются в кишечнике и распространяются по всему организму. В бронхи, легкие, кровеносные сосуды. Кроме зуда в области анального отверстия, у пациента с аскоридозом наблюдается постоянный кашель и повышение температуры. А вот эпистархоз вызывает круглые черви, проникающие в организм из организма животных и рыб. Эпистархоз часто протекает бессимптомно, но может проявляться в виде расстройств деятельности желудочно-кишечного тракта или аллергических реакций. Основным источником эпистархоза является питание мясом и рыбой, не прошедшими достаточную термическую обработку. Есть повод задуматься любителям японской кухни, которая в России может иметь своеобразные русские национальные черты. Поэтому, если вы любите суши, если вы не в Японии, а в России, нужно 300 раз задуматься о том, это еда безопасная для вас или нет. Значит, гельминтозы значительно усиливают уже имеющиеся хронические заболевания, осложнения которых могут спровоцировать развитие новых. При малейшем подозрении на заражение глистами следует незамедлительно обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы. Один мой знакомый работал в сельской школе после окончания университета. И он обратил внимание на особые антисанитарные условия в школе. Руки мыли и мочили веники для уборки под одним краном. В результате у него лично развился сильнейший аскоридоз
И он почти 2 месяца провел дома в изоляции, то есть на больничном. После этого он уже никогда не принимал на работе пищи. Воду брал с собой из дома. Вот вам это наглядный пример того, как человек может получить, допустим, глистную инвазию, заболевание глистами через какие-то контакты, через тетрадки, допустим, которые он проверял, через что-то еще. И при этом, естественно, что не уделял достаточного внимания чистоте рук. Ну, скажем так, очень строго к этому всегда относятся у нас в России, в Советском Союзе тогда очень строго относились. И директора школы уволили и практически чуть ли не отдали под суд. Вот такое было громкое дело на памяти у меня. Значит, гельминтозы всегда развиваются у людей, имеющих ацидоз, кислую реакцию крови, которая возникает при неправильном питании и в результате развития болезни. В норме кровь здорового взрослого человека должна иметь слабощелочную или нейтральную химическую реакцию. Но в силу питания несоответствующими продуктами происходит сдвиг ее pH в сторону кислой реакции и создаются благоприятные условия для существования в организме глистов. Для pH крови основное значение имеет способ питания человека. Речь идет о питании в соответствии с личным психосоматическим типом, который можно правильно определить только в результате диагностики по пульсу. Если такой возможности нет, можно использовать принятую в аюрведе с незапамятных времен схему. В ежедневном рационе 1/3 должны составлять сырые овощи и фрукты, 1/3 приготовленные овощи и фрукты и, наконец, 1/3 животные продукты, включая молочные. При таком способе питания у здорового человека эффективно поддерживается нейтральная слабощелочная реакция крови, что исключает возможность развития любых гельминтов в организме. Ну, я здесь беру здорового человека со здоровыми привычками, без всяких вредных привычек. Потому что вредные привычки – это алкоголь, курение там, или что-то еще, увлечение, там, допустим, чаем, кофе и так далее. Они могут вносить свое слово в деле ацидоза крови. Если говорить о детском организме до 12-14 лет, то это организм особый. В нем интенсивно формируются важные структуры, органы, системы органов, нейроэндокринная регуляция, защитные механизмы. При этом происходит частое значительное изменение значений pH крови, что создает благоприятные условия для глистной инвазии. Организм без надлежащего иммунного опыта недостаточно защищен, поэтому дети нуждаются как в доступной информации о глистном заражении, так и в эффективной противоглистной профилактике, которая обязательно должна включать в себя способы правильного приема пищи и общения с животными. Дети должны усвоить, что всегда нужно тщательно мыть руки по приходу домой, после общения с животными, после естественных отправлений и, естественно, садясь за обеденный стол. Существуют методики, которые позволяют сфотографировать энергетические слои человека. Эта методика известна во всем мире, метод Кирлиан. Наверняка многие слышали об этом. Так вот, как раз именно эта супружеская пара ученых, которые с помощью особых средств сфотографировали энергоинформационные слои тела человека. И уже потом специалисты обратили внимание на неоднородность распределения цветовой гаммы у некоторых людей. Выраженные радужные слои у одних и наличие бесцветных выщеплен у других, которые прямо указывают на возможное нарушение здоровья. Отсюда и пошло развитие вот этой науки о, скажем так, об изучении энергоинформационных слоев человека. И как раз можно поставить диагноз все точно, учитывая вот эти выщербленные, которые есть на энергоинформационном слое. Я хочу сказать о том, что вот гельминтозы можно точно отследить по зазубринам в энергоинформационном слое. Глисты – энергетические вампиры. Отток жизненной энергии от определенных частей организма всегда есть начало глистного заболевания. Есть медицинская статистика о распространенности глистных инвазий. В частности, был замечен интересный феномен. В организме, заселенном глистами, не развиваются определенные виды опухолей.
Этот факт многократно был официально зафиксирован и, скорее всего, связан с конкуренцией. Опухоль прекращает существование, так как гельминты оттягивают на себя потоки питательных веществ и энергии. Можно предположить, что продукты их жизнедеятельности могут быть губительными для неадекватных клеток. Однако, стоит заметить, что попытки специально заселить гельминтами организм с развитым опухолевым процессом не увенчались успехом. Возможно, опухоль уже выделила достаточное количество веществ для отпугивания врагов. Вывод. Инвазионное заражение эффективно только на ранних скрытых стадиях развития онкологии. Этот же эффект наблюдался и в случаях с метаболическими нарушениями, сахарный диабет, ожирение. Можно объяснить и существование эффективных восточных капсул для похудения с яйцами глистов. Однако после лечения искусственного глистного заражения избыточный вес всегда возвращался. Возможно, в будущем после серьезных клинических исследований будут созданы особые препараты на основе веществ, выделяемых глистами для лечения определенных заболеваний. В частности, это будет касаться метаболических нарушений. Если говорить о чакрах, а мы всегда о них говорим, когда говорим о каких-то заболеваниях или нарушениях в работе организма, то нужно сказать о том, что так называемые нижние чакры имеют прямое отношение к глистным инвазиям, которое происходит в основном в пищеварительном канале. И в частности, основное место развития глистных инвазий – это толстый кишечник. Поэтому Сватхистана и Манипура чакры имеют прямое отношение к этому процессу. Один только факт заражения через пищеварительный тракт говорит о том, что у человека есть значительные проблемы с пищеварительным трактом. И чакры ослаблены, и есть необходимость их стабилизации. Есть циклы гельминтов, связанные с бронхолегочной системой. При аскоридозе, как я уже говорил, стадия развития личинки проходит в легких, а затем с откашливающейся слизью она проникает в пищеварительный тракт, и болезнь возобновляется снова и снова. Это связано с ослаблением анахаты и вишудхи чакры. Человек имеет риск развития заболевания и в головном мозге. Это различные хинококки, цистицерки и токсоплазма. У заражения признаки менингита, менингоэнцефалита с высокой лихорадкой, головной болью и, возможно, даже эпилептические припадки. Все эти заражения связаны с ослаблением аджны чакры. Если подвести итог сказанному, нужно сказать о том, что глистное заражение организма связано с ослаблением выше названных чакр. В китайской традиции это меридианы. И их можно преодолеть через укрепление энергоинформационного уровня организма человека с помощью аюрведических препаратов. Потому что все аюрведические препараты усиливают энергоинформационные слои человека. Нужно об этом помнить. И, естественно, правильная гимнастика. Вот йога, дозированная йога, считается такой правильной гимнастикой. Поэтому йога-инструктор, профессионал настоящий, он должен знать, какие йога-асаны можно посоветовать человеку для предупреждения глистного заражения или, наоборот, для системы лечения глистной инвазии. Аюрведические средства всегда предпочтительны для профилактики различных заболеваний, так как они положительно действуют на энергетические структуры человека и не имеют побочных эффектов. Восстанавливая их и таким образом решая проблему в корне, препараты фирмы Трада – это новое слово натуропатии. С помощью них, с различными нарушениями здоровья, можно справиться гораздо быстрее. Сегодня мы поговорим как раз об антипаразитарном действии препаратов на организм. Самый главный антипаразитарный комплекс – это Эублис. Это комплекс против различных возбудителей благодаря наличию в своем составе соединений хилатной меди. Ионы меди очень активны. Они все время вступают в различные химические взаимодействия, образуя вещества с антисептическим действием. Гельминты, живущие в организме человека,
устойчивы к любому воздействию, обычно не реагируют на токсины и яды, регулярно поступающие в организм пищей, водой и воздухом. Поэтому антипаразитарные химиопрепараты часто неэффективны ни для профилактики, ни в системе лечения нарушений. Они имеют только вредные побочные эффекты на организм. К тому же у химических препаратов есть множественные нежелательные эффекты, которые, накапливаясь, могут нанести вред организму даже больше, чем гельминты. У одноклеточных паразитов есть защитная приспособительная реакция. При наступлении неблагоприятных условий они образуют особо прочную оболочку и впадают в анабиоз, спасаясь так в неблагоприятный период. Эублиз, благодаря наличию в своем составе ионов хелатной меди, блокирует все стадии жизнедеятельности паразита и цисту в том числе, а значит вызывает его гибель. Эублиз эффективен в отношении любых паразитов. Двухмесячный прием двух таблеток на ночь перед сном является минимальным лечебным курсом. Полная реабилитация организма происходит в течение полугода регулярного приема. Людям, у кого нет симптомов, всех явлений, но у них есть разные домашние питомцы, нужно обратить внимание на эублиз, самое серьезное. И эублиз в данном случае следует принимать по 1-2 таблетке один раз в день, на ночь перед сном, 10 дней, через 10 дней постоянно. Глисты разрушают слизистую оболочку и ранят стенку пищеварительного тракта. Даже когда организм освобождается от них, причиненные ими раны затягиваются очень медленно. Человек при этом может испытывать боли при пищеварении, когда имеется высокий риск развития опухоли. Вот как раз здесь очень эффективен трифолакс. Это препарат, который не только губительно действует на все стадии развития глистов в организме и пищеварительном тракте, но эффективно восстанавливает нарушенную при этом слизистую оболочку. Благодаря наличию в его формуле экстракта розовых лепестков многократно усиливается и ускоряется восстанавливающее действие всех активных ингредиентов в его составе. Поэтому трифолакс эффективен как для профилактики, так и в системе лечения глистных эрозий. Трифолакс применяют при язве желудка, гастритах, при язве двенадцатиперстной кишки, для укрепления мышечных сфинктеров, ограничивающих различные отделы пищеварительного тракта и препятствующих смешиванию различных пищеварительных жидкостей. Как я уже говорил ранее, в желудке должна быть кислая среда, и там кислый желчный сок. И он не должен смешиваться с щелочным соком кишечным. Таким образом будет осуществляться нормальное пищеварение в пищеварительном тракте. Если же смешение происходит, то тогда происходит взаимная нейтрализация всех пищеварительных жидкостей. И пищеварение тогда становится равным нулю. Для того, чтобы этого не происходило, чтобы мышечные кольца между отделами пищеварительного тракта были развиты и отграничивали эти все жидкости, принимают по 1 таблетке 2 раза в день трифолакс утром и на ночь перед сном в течение 3-6 месяцев непрерывно. Более того, нужно сказать о том, что трифолакс — это активный противоопухолевый препарат. Онкостатик так называемый. Поэтому люди, которые даже для профилактики каких-то одних нарушений начинают его принимать, в конечном итоге получают эффект противоопухолевый. То есть это защита от опухоли не только пищеварительного тракта, но и всего организма. Диаропка эффективен для снятия гиперматорики тонкого кишечника. Это частое послабление стула. Одной из главных причин, которой является глистное заражение. Чаще всего обращают внимание на атонию кишечника, которая проявляется частыми запорами. Однако существует противоположная проблема. Гиперматорика кишечника или диарея, которая сильно осложняет жизнь человеку и имеет непредсказуемое течение. Такое расстройство наносит ощутимый вред организму. Кроме ухудшения усвоения жизненно важных веществ, оно сопровождается болезненными ощущениями брюшной полости, диктует строгую диету и провоцирует развитие геморроя и трещин, воспаление прямой кишки. У гиперматорики кишечника жидкий стул может быть несколько причин. Нарушение баланса микрофлоры, стресс,
гиперстимуляция, это повышенная чувствительность кишечной стенки, нарушение распределения слизи по пищеварительному каналу, язвенные и различные инфекционно-вирусные процессы, отравления. Однако глистные инвазии здесь выходят на первое место. Почему происходят подобные сбросы пищеварительных масс в толстый кишечник без окончательного расщепления и усвоения? Все дело в глистах, живущих чаще всего в тонком кишечнике, которые в процессе жизнедеятельности выделяют особые отравляющие организм вещества, которые блокируют процессы окончательного расщепления пищи и усвоения организмом питательных веществ. Для чего это нужно? Глисты сами усваивают такую недопереваренную пищу, крадут ее у организма, и поэтому люди с глистными инвазиями стремительно худеют. Вот это очень важный момент, потому что глисты, кроме того, что они отравляют и механически разрушают организм, они еще и лишают его питательных веществ. Кроме этого, глистные токсины, как я уже сказал, отравляют весь организм и в частности поджелудочную железу и дают большую нагрузку на печень, что в конечном итоге приводит к частым расстройствам стула. Для противоглистного воздействия и нормализации пищеварения диарока первые 10 дней принимают по 2 таблетки сразу на ночь перед сном. Затем переходят на обычный прием по 1 таблетке 2 раза в день. И вот как раз минимальный курс приема 3 месяца непрерывно. Однако для достижения полного антипаразитарного эффекта и нормализации стула диарока следует принимать 6 месяцев непрерывно, даже если симптомы заражения отсутствуют. 6 месяцев – это тот срок, за который организм человека не только освобождается от паразитов, но и формирует особую свою защиту, свой так называемый местный иммунитет, который не позволит новым паразитарным формам развиваться в пищеварительном тракте. И диарока, он как раз гарантирует развитие этого местного иммунитета. Раньше я уже говорил о том, что главная причина заражения глистами в состоянии крови. Состояние крови — это вообще особая проблема у современного человека. Ацидоз или закисление крови бывает у каждого второго человека. Почему? Потому что человек питается неправильно. У него очень много продуктов в его рационе, которые приводят к так называемой кислой реакции крови. И вот как раз эта кислая реакция крови является одной из основных причин того, что у человека происходит постоянное глистное заражение, о которых он даже может и не подозревать. Кислая кровь не только извращает многие жизненно важные биохимические аспекты, но и открывает возможности для паразитарного заражения. Конечно, существует целая группа растений, из которых изготавливают пряности с антигельминтными свойствами. Самая эффективная из них – куркума. Усвоение куркумина, главного антипаразитарного вещества из этой пряности, очень низкое, поэтому она слабо эффективна как противогельминтное растение. Вы можете употребить чайную ложку куркумы в день, это максимум, потому что если вы будете употреблять больше, у вас могут быть проблемы с пищеварением, то есть может быть расстройство пищеварения. А усвоите из чайной ложки всего лишь 2% куркумина, что ни в коей мере не покроет все необходимые организмом задние потребности. Поэтому в фирме Трада есть интересный комплекс куркумин, в составе которого есть достаточное количество до 98% специально выделенного из куркумы куркумина, усиленного экстрактом черного перца, что в разы повышает его антипаразитарную эффективность. Он в короткий срок нормализует pH крови. Это самое главное действие куркумина. То, что он приводит pH крови к нейтральному значению, или кровь становится слабощелочной. И таким образом эта кровь практически блокирует развитие паразитарных форм в организме. А также эффективно удаляет паразитов не только из пищеварительного тракта, но и из организма в целом. Я уже говорил, это может быть и головной мозг, не дай бог, это может быть бронхолегочная система, это могут быть и кожа, кровь и так далее, и тому подобное, лимфа, тканевая жидкость. Принимают его по одной таблетки на ночь перед сном. При глистной инвазии двукратный прием в течение 3-6 месяцев непрерывно. Да, это очень важный, как раз очень важная добавка. Обратите внимание на, вот на куркумин. Особое внимание уделите этому препарату.
Если говорить о гепатобилиарной системе, то она играет не последнюю роль в защите организма от паразитов. Все дело в желчи. Эта субстанция не только активирует ферменты поджелудочной железы, способствуя окончательному расщеплению и усвоению питательных веществ в тонком кишечнике, но и губительно действует на все виды паразитов. У большинства современных людей по причине множественных химических добавок в пищу, о чем я говорил, происходит процесс постоянного сгущения желчи. Она становится неактивной, провоцирует образование камней в желчеводящей системе и с трудом активирует пищеварение. Все это создает условия для развития в пищеварительном тракте гельминтов. Комплекс Левоблиз разжижает желчь, способствуя тем самым удалению глистов из пищеварительного канала и профилактике новых заражений, так как желчь обладает выраженным антисептическими или обжигающими свойствами. Почему обжигающими? Потому что желчь – это щелочь. Желчь – это так называемый сконцентрированный внутренний огонь, который в организме способствует тому, что происходит так называемый обжиг особых веществ в тонком кишечнике или расщепление. Так вот, чтобы желчь постоянно выделялась в момент пищеварения, а не ночью, когда она не нужна, допустим, в пищевом канале, для этого нужно принимать Левоблиз. Левоблиз – разжижает желчь даже самую густую, даже когда она практически не выходит в пищеварительный тракт. А ведь желчь, между прочим, она очень важна, потому что она активирует пищеварительные ферменты поджелудочной железы. И если желчи достаточного количества не будет в пищеварительном тракте в момент обеда или после обеда, то тогда не произойдет эффективного усвоения питательных веществ. Основных питательных веществ. Просто в желудке в основном все вещества проходят предварительную обработку, и они готовятся к тому, что они будут усвоены в тонком кишечнике, в частности в луковичной зоне двенадцатиперстной кишки, куда открываются протоки желчи, из желчного пузыря проток, и куда открываются протоки из поджелудочной железы. Вот это очень важный момент, поэтому на желчь нужно обратить очень серьезное внимание. У некоторых людей с деформированным желчным пузырем могут возникнуть неприятные ощущения на приеме Левоблиза из-за разжижения желчи. И тогда добавку следует принимать по одной таблетке один раз в день, через день или и через 10 дней вернуться к изначально заявленному приему. Вот мы должны сказать еще об особенностях питания при паразитарном заражении. Ну, я еще раз говорю о том, что очень много должно быть в рационе, достаточная доля должна быть в рационе растительной пищи. При всем при том, что есть специалисты, которые считают, что растительная пища, она наоборот является пищей, там, допустим, для гельминтов. Ну, это заблуждение. Гельминты не питаются растительной пищей. Гельминты питаются тканями и жидкостями человека. А растительная пища, она является основой для того, чтобы, скажем так, с этими гельминтами можно было с организму справиться. Вот простой пример. Некоторые глисты закрепляются в тонком кишечнике с помощью особого так называемого ротового аппарата. И вот они висят на стенке кишки. Если пища полужидкая, скажем так, не имеет достаточного количества клетчатки, то таким образом эта пища не способна их оторвать и увлечь вместе с собой по прохождению по пищеварительному тракту. Если же в питании человека достаточное количество овощей, фруктов, то есть достаточное количество клетчатки, то эта клетчатка, она способна дополнительно еще удалять даже прикрепленные глистные формы из пищеварительного тракта организма. Заразиться гельминтами может любой человек со сниженной иммунной защитой. Это каждый второй. Если взрослому человеку сложно уберечься от всевозможных вирусов, бактерий, грибков, гельминтов, что уж говорить о детях. Одной из самых действенных мер профилактики является соблюдение антигельминтной диеты, которая может уберечь не только от заражения,
но у заболевших значительно усиливает лечение и ускоряет выздоровление. Ведь продукты, которые мы ежедневно потребляем, могут обеспечивать как благоприятные, так и неблагоприятные условия для паразитов. Принципы антигельминтного питания. Прежде всего, нужно стараться не употреблять продукты, вызывающие развитие патогенной микрофлоры. Это продукты, в которых есть искусственные подсластители, белый сахар, пастеризованные продукты, выпечка из белой пшеничной пустой, так называемой муки, сырое некипяченое молоко. Есть, конечно, любители молока из-под коровы. Это можно делать, скажем, если вы уверены в здоровье животного там, и так далее. Но я все равно к этому отношусь с большим скепсисом. Вот как раз именно сырое некипяченое молоко, оно может давать человеку заражение гельминтами. Необходимо ограничить в рационе продукты-аллергены. Это ненатуральные сладости с рафинированным сахаром в составе в основном. Старайтесь больше употреблять в пищу продукты, нормализующие кислотно-щелочной баланс. Это сезонные свежие ягоды и фрукты, растущие в вашем регионе. Многие гельминты не переносят природных органических кислот, которые, к примеру, в составе клюквенного сока. Это лимонная, хинная, янтарная, щавелевая, яблочная и другие кислоты. Клюквенный морс – это природная эффективное антипаразитарное средство, и его легко приготовить. Ну, если клюквы под рукой нет, есть лимон. Я думаю, что лимон найдет любой из нас. И вместе с кожурой также точно можно порезать лимон. Из лимона и меда можно приготовить очень приятный на вкус морс, лимонный морс, который будет обладать также антигельминтным действием на организм. Не забывайте и про овощи. Есть такие овощи антигельминтные. Это капуста, сквашенная с морковью и луком, свекла, хрен, чеснок, которые содержат в своем составе аллицин, активно противодействующий гельминтам. Острые перцы вообще губительны для патогенной микрофлоры. Поэтому умеренное употребление острых перцев в питании будет иметь еще и антигельминтный эффект. Есть еще одно такое растение, которое, ну, скажем так, далеко не все любят. И когда у нас появилась так называемая китайская редька дайкон, то все перешли в основном на эту редьку, потому что она не такая острая и она как бы приятнее на вкус. На самом деле нужно не забывать о том, что у нас традиционно на Руси использовалась редька черная. Редька черная – это особый овощ, который имеет все губительные для гельминта вещества. И в древности люди как раз именно на основе редьки черной готовили особый квас. И вот этим квасом они спасались от заражения различными гельминтами от животных. Нужно обязательно, хотя бы периодически, делать такой салат из черной редьки. Ну, хотя бы немножко добавлять ее в свое питание, потому что она, кроме того, что обладает антигельминтным действием, блокирует мой гельминт, она еще очень хорошо действует на желчеводящую систему. То есть при регулярном употреблении небольшого количества такой редьки никогда не будет густеть желчь. То, о чем я говорил раньше. Ну и, наконец, нужно сказать о том, как уберечь себя от паразитов. Прежде всего, как я уже сказал и говорил раньше, нужно обязательно выполнять правила личной гигиены. Руки. Руки мыть. И я надеюсь, что после вот этих всех явлений, которыми связаны, допустим, у нас все события, связанные с пандемией, я думаю, что многие люди такую привычку все-таки выработали в себе постоянно. Это очень хорошая привычка. Привычка мыть руки. Пришел домой, только с улицы зашел, сразу вымыл руки. Потом походил по дому, садишься за стол, сразу вымыл руки перед тем, как сесть за стол. Потом ты после туалета вышел, сразу помыл руки. Вот это очень важный момент. Дальше. Если некоторые люди считают, да, я могу там убрать свой дом, свою квартиру, свое жилище там раз в неделю. На самом деле нужно регулярно поддерживать чистоту жилища, особенно убирать пыль. Ну, я думаю, что ни у кого... Никто не устанет, если он, допустим, несколько минут уделит в сутки, допустим, чистоте своего дома.
может пропылесосить, там убрать лишнюю пыль. Потому что пыль это все-таки скопище яиц глистов. Нужно понимать о том, что пыль может сесть не только, допустим, на мебель, там, на одежду, на что-то еще. Пыль садится на наши руки, на нашу кожу, на слизистую оболочку рта и, в частности, на продукты и на посуду. Далее, домашние животные, я уже сказал, самые разные могут быть. От хомячков, рыбок, допустим, до каких-то крупных там кошек и собачек. Если есть домашние животные, и если вы в конечном итоге не можете их отселить куда-то, ну, допустим, у вас не частный дом, там, и у вас нет какого-то, допустим, специального там домика для этих животных, там, кухни летней и так далее, как их называют у нас, то нужно обязательно следить за тем, чтобы, во-первых, если крупные животные, такие как собаки или кошки, чтобы обязательно они находились под контролем ветеринара. Обращаться к ветеринару, обследовать их и, скажем так, есть определенные препараты, которые им даются для того, чтобы у них паразиты не развивались. Далее, нужно понимать о том, что есть два места в квартире, которые должны быть свободны от животных. Это спальня и это кухня, там, где человек принимает пищу, столовая, скажем так. Почему они должны быть свободны от животных? Потому что животные не болеют, допустим, паразитами, но являются переносчиками очень многих паразитарных заболеваний, которые могут развиваться именно у человека. Самое последнее дело, когда животных берут с собой в постель. Недопустимо, и вы должны детей своих отучить от этой вредной привычки. Потому что если в постель берется кошечка или собачка, то таким образом просто уже не избежать глистного заражения, которое долгое время может вызывать у человека даже явление целиакии, и только потом, когда его дообследуют, можно определить, что у него произошло такое заражение. Дальше. Если говорить о продуктах, обязательно продукты нужно обрабатывать термически. Обязательно. Если у вас есть какие-то сомнения в продуктах, то лучше все-таки термически его обработать. Я не сторонник сырой рыбы, допустим, там, или, допустим, каких-то яиц, которые долгое время лежали, а потом из них делают какую-то яичницу глазунью полужидкую. Или есть люди, которые вообще любят жидкие яйца пить, скажем так, сырые. Ну, я хочу сказать, что я не являюсь, допустим, там, таким человеком, что, допустим, нельзя ни в коем случае. Я понимаю, что есть, наверное, какие-то полезные свойства в этом. Но в то же время очень высок риск заражения через вот эти яйца куриные. Кстати, такого явления нет у других яиц. У утиных нет, у гусиных нет, у перепелиных нет. А вот у куриных бывает именно заражение паразитами. Вот такая особенность. Дальше. Никогда не употреблять воду из открытых источников, даже если вам очень хочется пить. Перетерпите, но принимайте воду только ту, в которой вы уверены. Дальше. Обязательно нужно проходить регулярное обследование на предмет выявления глистов. Я уже сказал, это может быть связано с какими-то, допустим, явлениями, которые могут быть в организме человека. Необычные какие-то заболевания, необычные какие-то явления. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что что-то необычное происходит с организмом, нужно обязательно обратиться к специалисту. Ну и мне хотелось бы еще буквально несколько слов сказать, что еще раз я скажу, что чистота рук – это главная антипаразитарная профилактика. Дальше. Нужно обязательно обратить внимание на своих животных. Ну, я понимаю, что, допустим, птичек или хомячков вряд ли мы будем к ветеринару там нести. Но нужно понимать, вот, допустим, я воспитывался в семье, в которой жили разные птицы.
У меня отец орнитологом был. И естественно, что всякие птицы, причем сложные птицы, вплоть до китайского соловья там и так далее. И правило было, обязательное правило, каждый день мыть клетки. Вот сколько у меня были птицы, каждый день я мыл клетки. Это было беспрекословное правило. Во-первых, это правило спасало человека от каких-то, допустим, там возможных паразитов. А во-вторых, допустим, такие вот птицы, как там дрозды там, или соловьи сложные, или какие-то еще, они обязательно должны находиться в чистом помещении, в чистой клетке, потому что любая небольшая грязь, микроорганизмы и так далее могут попасть в небольшую ссадинку или ранку, что может привести к заражению крови. Вот такие моменты. Поэтому, если у вас есть домашние питомцы, птицы, там, хомячки, рыбки, пожалуйста, старайтесь, ну, рыбки, скажем так, там не обязательно мыть там аквариум каждый день там или часто, но все равно, скажем так, вот все-таки не устанавливать аквариумы там в той же спальне, когда человек спит там долгое время, проводит. Нужно где-то установить, допустим, ну, в общей комнате, там, в зале и так далее. Ну, то есть для украшения своего жилища. И я уже говорил о том, что животные должны иметь особые места для принятия пищи. Нужно это сделать не на кухне. А то часто бывает, допустим, человек садится за стол на кухне, и тут же рядом с ним он дает пищу своему питомцу. Нужно это делать в другом месте каком-то, допустим, в другой комнате. Приучить себя и животное к этому. И я так думаю, что если такие привычки мы выработаем в себе, мы таким образом просто уже будем здоровыми. Но даже если человек не знает о каких-то правилах, о чем-то еще, нужно помнить о том, что есть фирма Трада, которая выпускает очень эффективные добавки, о которых мы уже говорили сегодня, которые имеют высокое антипаразитарное действие и способны защитить человека даже при близком и продолжительном контакте с животными, которые являются источником паразитов. Всегда об этом помните. Аюрведические препараты помогут человеку для профилактики в системе лечения очень многих паразитарных заболеваний. Будьте здоровы. Ну и теперь, и теперь я хотел бы просто обратиться к вам по поводу вопроса. Вот я увидел, что здесь задали мне вопрос по поводу скрежета зубов во сне у детей. Что я могу вам сказать? Да, конечно, существует такое мнение, что скрежет зубов человека и детей, в частности, ночью во время сна, является симптомом каких-то, скажем так, вот животных, которые у них есть там, да, и какого-то заражения паразитарного. Но это не доказано, потому что некоторые специалисты говорят о том, что скрежет зубов может быть при формировании центральной нервной системы. Возможно, что у человека или у ребенка, скажем так, во сне происходит какое-то сжатие, допустим, челюстей, более интенсивное там взаимодействие, и это приводит скрежет зубов. Но в то же время есть такое в народе мнение о том, что да, действительно, у такого ребенка или у такого человека есть глисты. Если, допустим, такой симптом вот у моего ребенка, я бы увидел, заметил за ним такой симптом, я бы обязательно его показал паразитологу. Обязательно. Потому что у него вполне возможно вот такое какое-то скрытое развитие. Еще раз всем здоровья и хорошего настроения.